президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Заехал для того, чтобы поздравить вас с праздником, с Днем студенчества, с отдельным днем. И делаю это с удовольствием. Поздравляю вас с Днем студенчества России. Я поздравляю вас, тех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей. Желаю вам, разумеется, и успехов в учебе, и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи, Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Хочу вам пожелать, чтобы вы были всегда вот такими, как я сейчас только что говорил, устремленными вперед, дерзкими, смелыми, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны. Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. Успехов вам! Поздравляю еще раз и желаю всего самого доброго. Всего доброго! Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».